Запреты и обязанности для муниципальных служащих устанавливают сразу два федеральных закона – 25-й о муниципальной службе от 2007 года и 273-й о противодействии коррупции от 2008. Их перечень достаточно широк. Это запрет заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, за исключением, которые установлены действующим законодательством. Это запрет получать в связи с должностным положением подарки и вознаграждения от физических и юридических лиц. Сюда входят подарки, денежные вознаграждения, суды, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов и иных вознаграждений. Под запретом для муниципальных чиновников также и командировки, которые проходят за счет физических и юридических лиц. Служащие обязаны принимать своевременные меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Есть у них и другие обязанности. Предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ежегодно, не только своих, но и своих супругов и несовершеннолетних детей. Уведомлять работодателя об обращениях, склоняющих их к совершению коррупционных правонарушений. И есть запрет, который действует даже после увольнения с муниципальной службы, то есть в течение 2 лет. Можно занимать какие-либо должности в организациях, отдельные функции управления, которыми входили в служебные полномочия этого лица, только после согласия соответствующей комиссии по урегулированию конфликта интересов и соблюдению требований к поведению муниципальных служащих. Контроль за соблюдением муниципальными служащими действующего законодательства является одним из наиболее важных направлений работы Одинцовской городской прокуратуры. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».